современном потоке жизненных забот мы все дальше отвлекаемся от природы, отдаляемся от природы. Хотя мы часть ее, мы вышли из нее. Мы настолько зависим от растений, что, по сути, растения создают жизнь на этой планете. Парки имеют несколько важных целей. Одна из самых главных выглядит как желание показать, продемонстрировать людям, как может выглядеть наша среда обитания. Вот эта атмосфера в парках, этот уют, так могут выглядеть наши улицы, наши скверы, наше пространство возле каждого дома. Сочетанием растений, деревьев, цветов, мебель, извилистости, тропинок, дорожек, вот этой всей красотой, этой всей благодатью может наполняться каждый наш населенный пункт, и люди в нем будут чувствовать себя счастливей, комфортней и интересней. Жить в такой красоте – это очень положительно влияет на здоровье, на эмоциональное состояние, на ресурсное состояние. И человек, когда ему хорошо, он будет лучше себя чувствовать, он будет больше в веселом настроении. И это передается друг от друга, когда люди веселые, счастливые, радостные, спокойные, умиротворенные. А это все создает среда в парках «Сады мечты». Мы видим, как эта среда влияет на людей. Когда люди будут жить в таком, то будет очень хорошо нам всем от этого. И парки, они стимулируют людей именно создавать эту среду вокруг себя. Главная цель парка – вдохновлять людей на созидание красоты. А элементы, которые мы здесь демонстрируем, помогают людям понять, что им больше нравится, что могут использовать, что применить. И вот наше творчество – создавать и поддерживать вот эту атмосферу, эту среду, где и мотивировать других людей увеличивать объем посаженных растений и деревьев на планете. Мы все вместе рано или поздно превратим всю нашу землю в цветущий оазис, в прекрасный сад.